Это Тедж Паркер. Роман Пирс. Вижу, денежки любишь, да? Гоняешь? Нет, брат. Я вмазался в стену на 200 километрах. Ну и теперь я все организую и стригу купоны. Тедж, Рому надо где-то остановиться. Найдешь ему угол? Ты же не бездомный? Нет. К нему не хочу. У парня дурные привычки. А, черт, нет. Других не нашлось, раз самый мусор позвали. Как видно, нет, если тут даже ты. Вернешь ты Мартину Лютеру Кингу его тачку? Сразу, как ты Уиллу Смиту его пиджачок отдашь. Здорово. Привет. Нет, водить так и не научился. Проедешь 2 метра и попадешь в аварию. Заткнись. Даже с игрушечной машинкой не справляешься. Мне это же с ума можно сойти. Не нужны. Замолчи. Да не могу я заткнуться, как слышишь. Слушай, свяжи вы ремнем безопасности, что ли? Жизнь прекрасна. Да. И тебе светит чуть больше 10. 11 миллионов. Что ты будешь с ними делать? Я? Да. Честно говоря, я хочу авторемонтную мастерскую открыть. Куда люди смогут привозить свои тачки, не боясь, что их на бабло разведут. Серьезно? Да. То есть ты мечтаешь начать работать? Ты совсем что ли? Ничего не совсем. Мне нравится в тачках копаться. Это выше моего понимания. Это и есть твоя мечта? Главное, мне нравится, брат. А это твоя, видимо? Безусловно. Здорово, брат. Здорово. Все путем? Да, да. Знаешь, в чем самый прикол? В целом мире, кроме моей, только 3 подобных тачки. И единственная в западном полушарии. У меня. Я предложил шейху из Абу-Даби сумму, перед которой он не устоял. И подружка у тебя тоже ничего. Безусловно. Малышка! Слушай, ты что, долго еще? Все, поехали. На этой? Да брось, хорош издеваться. Ну что ты, не на этой. На этой. Я не верю своим глазам. Охренеть можно. Да, то есть таких везунчиков 2 в западном полушарии, а? Ну что ты теперь скажешь, умник? Что скажу? Что мы можем покрасоваться и вдвоем. Мелочи не одолжишь. Компьютерные вирусы с лаборатории Айба. Ты серьезно? Ты же миллионер, а все шаришься, мелочь собираешь. Я хочу остаться миллионером. Дурдом какой-то. В Бразилии такого не было. Мы теперь будем не ездить, а по воздуху летать. А эти агенты 007 будут нас подбрасывать. Это все не наш профиль. Брат, ну правда, уже пыл свой умерь. А то начинаешь как мужик, а потом вдруг как пес драный. Это все не наш профиль. Если по тебе женщина начинает палить, это верный знак, что к ней лучше не подкатывать. Вот и я говорю, валить надо. Эта вмятина могла у меня во лбу быть. Нет, твой огромный лобешник попрочнее будет. Эй, не трогай. Это тебе не игрушка, брат. А чего это такое? Это высокопрочный титановый трос. Ну и дальше что? Такими тросами стягивают здания и мосты, а ты в этом не разбираешься. Их пушка тоже хороша, но моя просто шедевр. Я перенаправил привод, усилил мотор и сзади добавил вот это. И это добавило крутизны? Да, только, брат. Защиты от дураков нет. Бывало, я управлялся не с такими стволами. Шампунь под угрозой. Да я пошутил. Ох, получишь ты у меня толстолобик. Я же пошутил. Ну ладно.